Ну вот так вот совмещаем компьютерную графику и живое видео. В принципе, понятно, как проехать сюда, в новое подразделение фирменного сервиса «Автостекло» у Альберта. То есть по Советской, до вокзальной и потом вот так направо, сюда. И здесь отсюда, 100 метров. Согласитесь, когда автомобильное стекло становится таким же материалом, как колбаса, ну, в смысле, по доступности, это очень хорошо. Автомобиль должен кушать высококачественную колбасу. И теперь уже нет необходимости задумываться и ехать кому-то искать чего, где, как заклеить трещину. Ну, смысл? Вот честно говоря, лет 5, наверное, назад я бы, ну, с трепетом соображал, что делать, если бы у меня в автомобиле разбили стекло. Теперь уже и не на первой машине. Мы стекло здесь у Альберта просто меняем. Да потому что это дешево. Вот сколько стоит канистра синтетики, которую вы скушаете за 7-10 тысяч километров? 2500 рублей. А мне на Ская купе в 33-м кузове 1993 года выпуска. Вы понимаете, какой это автомобиль? Привезли за аналогичную сумму. Я не говорю про десятки, там это борское оригинальное японское стекло, 1800 рублей. Одумайтесь, забудьте про ремонт сколов и трещин. Сегодня проблема для 90% автомобилей, ездящих по магнитке, с треснутым стеклом решается за 4 часа, и это с установкой. Для старичков всех это сутки плюс 2 часа работы и сушки. Ну не гоже 140-ку ездить с битым стеклом, да и 124-му и бумером всем. Для удобства вот здесь, на вокзальной, еще один теплый бокс. И честно говоря, глядя на склад, расположенный здесь, я... Да, нифига себе, сказал я себе. Вот это я сейчас оторву, чтобы вам показать. Вот. Дело в том, что в прошлый раз, а дело было как раз перед Новым годом, мы снимали этот склад. Я показывал большую-большую круговую панораму. В конце сюжета я вам покажу ее, ну, разницу. Что было, что стало. Да, вот оно выражение лица. А вот это фирма, продукции которой здесь аж 75 тонн завезли. То есть представляете, да, слово с делом не расходится. Сказано, в наличии все есть здесь в Магнитогорске для вас. И вот оно, пожалуйста, в 4 этажа автомобильное стекло. Альтернативы сервису «Автостекло» у Альберта просто нет. Запомните, ребята. И куда ехать? Вокзальная 5/2. Это если вы хотите, ну, если, допустим, чуть-чуть еще и деньги заработать. Ну, сами поставить стекло. Вам его продадут. По цене завода, кстати. Для того, чтобы в раз перевезти все это, понадобится не менее 180-тонного грузовика. А таких у нас в наличии нет. «Автостекло» у Альберта – это единственный, повторяю, единственный серьезный сервис, у которого все в наличии. А сколько стекол установлено за 16 лет? И вы подумайте, какой это опыт. Не устаем объяснять людям, что стекло – это такой же расходный материал, как фильтра, как тормозные колодки, как автомобильная резина. Но в некоторых случаях техническое обслуживание автомобиля – это порядка 10-15 тысяч рублей. Сколько стоит поменять стекло? Ну, это, конечно, зависит от модели и от производителя стекла. Как правило, страховые агентства предлагают оригинальные стекла, достаточно высокого качества, но и цена у них, извините. Мы продаем стекло компании GC, Борский стекольный завод. Качество на самом высоком уровне. Единственное, что оно так называется не оригинальное стекло, но по качеству не уступает оригинальному. Но они просят 18 тысяч рублей. Сколько у вас стоит замена стекла? Замена стекла, ну, взять, допустим, Ford Focus. Если будет компания AGC стекло производства, это порядка около 10 тысяч рублей. Это фирменное стекло, то есть реальная экономия – это 8 тысяч рублей. Да. А если это, допустим, какая-нибудь Lexus навороченный? Ну, может, даже дешевле. Focus не самое дешевое стекло, а Lexus, возможно, дешевле. А, то есть на сервисе мне зарядили, допустим, 40, а у вас получается 7-8. Да-да, так вот так по-моему и получается. А теперь самое интересное.
Борский стекольный завод и компания AGC постоянно увеличивает количество выпускаемых, то есть ассортимент товара. Естественно, в России выпускается, ну, примерно 50 иномарок. Угу. Есть ли стекла на эти автомобили, на самые распространенные и не только? Стекла не только есть, вот они перед вами, склад, присутствует все там. Практически все стекло производится компанией AGC. То есть вот тот автомобиль, который мы купили в городе Магнитогорске у официального дилера, если разбился, ну, фейс, как говорится, он у вас есть в наличии? Да, да, это точно. Вы попали в самую точку. Мы работу строим на этом, чтобы стекло было в наличии. Ну, естественно, пассажок. Наш любимый финт. В отличие от 99% братьев пишущий, ваш покорный слуга по просьбе большой может и виртуально изобразить схему проезда, так сказать. Чтоб доступно было и пенсионеру, и пионеру. Вниз по Советской до Кругового с зеленым рынком и, кстати, самым дешевым. Далее налево по Вокзальной в сторону Соленого и до первого поворота с огромным количеством рекламной продукции. Далее направо, и ошибиться трудно.